меня в руках набор для изготовления алмазной мозаики торговой марки «Белоснежка». Это их серия «Суперрадужные грани» по мотивам шедевров российской художницы Елены Калашниковой. Один из принципов торговой марки «Белоснежка» – это работа непосредственно с авторами. И таким образом вы знаете, чей именно труд лег в основу набора, который вы будете выполнять. Это знакомство с современными российскими художниками, что тоже добавляет ценность вашему набору и культурную, и эмоциональную. Вы видите, что в этой серии по работам Елены Калашниковой 10 замечательных картин. Для того, чтобы вам было удобно при желании собрать серию, все эти картины выполнены в одном размере 40 на 50 сантиметров. Как вы видите, здесь есть дизайны, которые подойдут и для гостиной, и, может быть, для столовой, для прихожей. То есть очень хороший выбор мотивов. Пара слов об упаковке. Как вы видите, она отличается замечательным полиграфическим качеством. Здесь есть и немножечко разные текстуры поверхности, и тиснение, и фольгирование, и плюс хорошее качество самой коробки, то есть вы смело можете пересылать этот подарок по почте. И также хорошее качество – это и долгое хранение на стеллаже магазина. Отдельно также хочу сказать о наклейке, на которой есть вся необходимая вам информация. Это и автор, и размеры, и количество цветов. Внимание на удобную ручку. Это будет и приятно нести из магазина, и здорово преподнести в подарок. А сейчас приступим к распаковке. Как видите, у нас тут все очень аккуратно заклеено. Смотрим, что у нас там внутри. Что очень приятно, внутри все упаковано в плотную лавсановую пленку. То есть ничего не болтается, все в сохранности, все в комплекте. Но мы эту лавсановую пленку сейчас разрезаем. И смотрим, что у нас здесь есть. Прежде всего, это сами кристаллики мозаики. О них тоже нужно сказать особо. Белоснежка всегда выбирает самое высокое качество кристаллов. Они созданы на основе эпоксидных смол. И у них огранка сходная с огранкой драгоценных камней. Почему, собственно, серия и называется «Суперрадужные грани»? Потому что поверхность получается очень яркой и блестящей. Что касается цветовой линейки, то и здесь у Белоснежки есть такая некая особая черта. Дело в том, что наборы комплектуются на основе заводской линейки цветов. То есть это выбор из примерно 450 оттенков, то есть почти как у DMC. Соответственно, вы можете видеть здесь самые разные оттенки зеленого, скажем, в таких вот фиолетовых цветов, светло-зеленых. Для чего это нужно? Для того, чтобы максимально точно передавать оттенки и замысел художника. Давайте посмотрим, что еще у нас внутри. Например, мы обнаружили здесь приятный подарок. Еще одну работу Елены Калашниковой. Это магнитик на холодильник. И давайте посмотрим саму основу. Это высококачественный 100% холст, натянутый на деревянный подрамник из очень хорошо просушенного дерева. Но обратите внимание, в отличие от картин для раскрашивания по номерам, здесь есть еще плотная основа, поскольку сама поверхность, она испытывает такое механическое воздействие, поэтому здесь нужно что-то более твердое. Также обратите внимание на очень хорошее качество печати на холсте и довольно сложный рисунок, потому что воспроизведение картин художника,
чтобы оно было приближено к оригиналу, оно действительно потребует от вас и времени, и усидчивости, но поверьте, оно того стоит. Для создания этого набора используется цифровая копия картины в максимально высоком разрешении. То есть это позволяет сохранить хорошую детализацию и выбрать оптимальное количество цветов для данного размера и сюжета. Плюс в конце для наилучшего результата дизайнер проводит финальную доработку оцифрованной картины, чтобы еще раз приблизить ее к оригиналу. Собирание алмазной мозаики – это прекрасное развлечение для всей семьи. Это способ провести время за творческим досугом с детьми, с внуками. И мы будем очень рады, если эта картина останется для вас таким вот семейным проектом, который будет напоминать о приятно проведенном времени долгие годы. Продукцию торговой марки «Белоснежка» можно приобрести и в книжных магазинах, и в магазинах для детей, и на наиболее популярных маркетплейсах. Так что самое главное, просто запомните, что это «Белоснежка», потому что это означает высокое качество и хорошо проведенное время.